Дорогой Моисей, садите, пожалуйста, вниз. У меня для вас важное сообщение. Ступайте себе в страну египетскую и сообщите там ради Бога всем местным фараонам, чтобы они не трогали уже моих пацанов. Let my people go. Слушайте, а вы ходили когда-нибудь на Кинг-Конга? Нет? А я 4 раза ходил, прикиньте. Трогательно. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал со тьмы. Не, а при чем здесь Кинг-Конг, я не понял. Они торчат под рейф и чем-то пудрят носы. Это опять про торчков. Они не такие, как мы. Торчки и пионеры. И я не горю желанием лить чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды ум прогнется под нас. Один мой друг, он стоил 2, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. А мир оказался прочней. Но что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался росло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был как все и плыл как все. И вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кипит. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Давно затерта до ты. Пущай хрипит раздолбанный пастор. Однажды упрогнет обратно. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. To let my people go.